Саратовский таможенный пост переехал. Пункт таможенного досмотра раньше располагался в центре города, на улице Белоглинская. Однако помещение не подходило для въезда большегрузного транспорта и удобного досмотра. О том, куда переехал таможенный пост, расскажет Елена Губенкова. Машин с товаром подходит к границе Российской Федерации. Значит, оформляется транзит. По процедуре транзита машина доставляется на Саратовский таможенный пост. Один из самых загруженных таможенных постов ПФО переехал в новый дом. Саратовский пункт досмотра еще недавно располагался в центре города. Таможенникам он ничего, кроме головной боли, не приносил. Большегрузы могли досматривать только ночью, потому что днем их не пускали на территорию Саратова. Теперь все изменится, предвкушают сотрудники ведомства. Удобство въезда, удобство выезда, большой склад. Мы можем теперь, для нас удобно то, что мы товары можем везде посмотреть на этом складе. Время пребывания, конечно, сокращается. То есть, потому что если там машины заходили, склад был маленький, и нам приходилось ждать оформления одной машины, потом заходила другая машина, сейчас мы можем все машины запустить. Обновленный пост лучше по всем параметрам. Находится в Елшанке, а значит, досматривать большегрузный транспорт смогут и днем, и ночью. К тому же таможенный комплекс теперь занимает площадь в 5000 квадратных метров, что позволит избежать загруженности. Новые помещения – это подарок таможенникам от бизнеса и власти. Саратовский пост давно нуждался в современном, модернизированном логистическом комплексе со всеми необходимыми инфраструктурными объектами. И этот момент настал. Причем кому? Десятилетие поста. Такому подарку, уверен, будут рады не только сами таможенники, но и все участники внешнеэкономической деятельности. Открытие обновленного поста приурочили и к предстоящему дню таможенника. Праздник будут отмечать в ближайшую субботу. А саратовские сотрудники ведомства его встретят в рабочей обстановке уже в новом здании. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.